Радиоприемник Sport 2. Починил, а теперь осталось заново сделать нить верньерного устройства. Сейчас покажу пока предварительный результат. Это короткие волны на магнитную антенну. Вот конденсатор точной настройки. Это КВ. Это радио Китая, которое на все можно поймать. К сожалению, сейчас не могу его крутить, он же еще должен быть сориентирован на станцию. Соберу, потом покажу. Так, это КВ-2. Не помню, сколько там метров. Вот на этом намного лучше прохождение сейчас. Короче, ладно, вы собирайте, нормально потом все это слушать.